хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять с собою про запас. Друзья мои, мы движемся в сторону Скалистовского ставочка, чтобы охладить свой мозг после бурной вечеринки под названием «Пей пиво, пей водку, трахайся и валяйся, бухой, говно». А теперь капустный лист. Капустный лист. Капустный лист. У вас немало мышей? А капустные листы у вас есть? Есть. Где? На голове? На голове. Ну там вот пекарня есть, будете идти там. Ну вот мы сейчас через нее пойдем и возьмем там за одно пиво. За того, как мы с почтового. Какой аспект? Да. Итак, мы находимся уже на самом Скалистовском заебательском водохранилище Ставке. И здесь, блять, охуенно как охуенно. Здесь заебись. Мы немножко выпили пивка, по 2 литра влило. И охуенно, да. Но, блять, это заебись. На самом деле взяли пожрать с собой. Спинок взяли, да, Димон? Да, спинок. О, заебись. Спинки. О, спинки. Это лепешку. Мистер лепешка. Охуеть, это чтобы это. Это чтобы пузо росло. Пузо. Пузо! Ну, вода на самом деле охуенная. Я покупался и заебись себя чувствую. А, где-то минут 10 назад было очень жаркое солнце, просто очень сильно пекло. Пекло, и мы купались буквально один за другим. И сейчас мы бухаем, продолжаем бухать. И сука, нас окружают нереально мега тучи, сука. Ну, чуваки, ну что, я пизжу, ну реально, да? Это пиздец. Блять! Сука, не, ну вода охуенная. Вода охуенная, но тучи, сука, нихуя не охуенные. Потому что они очень черные, и они говорят о том, что, скорее всего, нам придется текать.